Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукамп, и видеообзор столика для лодки ПВХ. Номер данной уже модели 28. Вот. Сделан был по просьбе одного из наших клиентов из модели столика номер 21. В принципе, вся модернизация была только вот в этой столешнице. Ну, вот. Почему? Потому что большие столики, трансформеры у нас на сайте есть. Чтобы было что-то простое, компактное и достаточно функциональное. Ну, это вот одна из таких моделей, которые теперь у нас в нашем модельном ряду. Итак, по размерам столиков. Ширина столика у нас 30 сантиметров. Высота многих, которые интересуют, это до дна столешницы 22 сантиметра. Столешница откидная у нас имеет размеры шириной 20 сантиметров, стационарная 24 сантиметра. Внутренний отсек вот у нас получается под аккумулятор либо под что-то другое. До газлифта 24 сантиметра, глубина 9,5 сантиметров, высота 20 сантиметров. При необходимости можете примерить туда аккумулятор по вашим размерам. В следующем видео, которое выйдет уже совсем скоро, вы увидите, как этот столик крепится у нас на лодке ПВХ, поэтому не пропустите следующее видео, подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Арсений, рекомендую.